Хотите побывать в другом мире вместе с Селиндой и его премьеры в январе? Тогда смотрите. Веками я была истребителем оборотней. Но сейчас... я в плену. Вот мое наследие. Начало. В 15 веке у смертного по имени Александр Карвинос было два сына. Маркус, которого укусила летучая мышь. И Уильям, укушенный волком. Нет, мы все еще братья. В течение сотен лет Уильям опустошал деревни, обращая людей в оборотней. Позже они превратились в тех, кого называют ликанами. Восстание. Бессмертные создали сопротивление и стали называться вампирами, пытаясь поймать и убить всех ликанов. Но потом все изменилось. Эволюция. Его звали Майкл. Когда его укусил ликан, я спасла его. Вместе Майкл и я победили тех, кто нас предал. Но на этом война не окончилась. Появился новый враг. Это новая война. И это только начало. Другой мир, пробуждение. В январе.